до нас сьогодні завітав Володимир Суржан, репер, більш відомий як Дженіна. Доброго ранку. Доброго ранку тобі. Слухай, ну тебе, мабуть, цим питанням вже, вибачте, задовбало, але ж все ж таки, чому Дженіна? Ну, та, типу, як частичка Джан от фамілії Суржан, ну, так, якби, от. А Ніна звідки? Ну, це как бы ігра слов, там что-то придумали. Ну, короче, вдарився ти об косяк головою і отак от вигадав. Ну, що так казати? Ні, дуже файно, звісно, вийшло. Джан, Джан, Ніно. Ну, хоча б запам'ятати можна одразу. Як почав займатися творчістю? Ну, це я ще вчився в технікумі. Просто познакомился с парнем одним. Он писал тексты, ему нужен был человек, который пишет музыку. То есть я тогда тексты вообще не писал, был только, ну, ответственный за музыку, вот. А потом уже мы там год где-то два погастролировали, типа, повыступали, вот, и, ну, группа распалась, я уже начал сам полностью. Сольный проект. Да, то есть свой продакшн взял, псевдоним Джаніно, то есть музыку писал, сам себе записывал, тексты, ну, полностью. Як пишеш музику? В тебе є якась освіта музична? Ні, я самоучка. Просто, тобто, просто... сам щось на комп'ютері потикав, спробував. Ну, ні, ну у мене є синтезатор, як би, от, і... Ти сам на клавішах навчився? Так, сам навчився. Розумієш, що, як Микита це представляє? Приходиш ти таки додому, кидаєш таки ручку, так. Опа! Для трек, клас, я щось потикав на комп'ютері. Скільки пішло часу на створення першої своєї пісні? От, з написанням тексту, з усім продакшеном, скільки ти от писав її? Це, мабуть, десь місяць. Цілий місяць було. Да. А що, що було важче для тебе, написати музику чи все ж таки сам текст? Мабуть, цілісність, тому що... Ну, не всегда получается вот полностью написать от начала до конца весь текст. Это всегда где-то там на листочках, обрывки какие-то, или идешь там куда-то, его там придумал, и все это собрать вот, ну, чтобы это целостно звучало. И плюс много времени уходит на сведение, то есть, чтобы, ну, все звучало так, как ты хочешь, вот это. Мелодійно, гармонічно, ну, зрозуміло. Ну, так, да, і плюс якась, ну, самокритика ще присутствує. Отут мені подобається, тут, да, не, тут нравится, тут не нравится, і от треба все це там перезаписати, тут доделати, добавити. І скільки зараз пісень в твоєму арсеналі? Ну, где-то, якщо брати ще не тільки сольне, а там совместне, то где-то, мабуть, 30. Може, навіть це більше. Ж, якщо, ну, за нинішнім часом, це 30 альбомів, як зараз роблять. По одній пісні? Ну, а чому ні? Найчастіше про що пишеш пісні? Ну, це либо якась там любов, либо якісь соціальні теми, там, либо просто бит какой-то. Ну, я помив посуд сьогодні дуже добре. Треба попилисосить та помить підлогу. Слухай, не хочеш знову записати? Гурт тобі знову зібрати не можеш, от дивись. Дуетом будете. Я ну, давайте, щоб... Все, я беру його. Щоб не просто було в нас сьогодні тут теревені, є в нас кліп Володимира, давайте його подивимося. Говорив тебе лов'ю, тепер жалею, опять пишу, стираю. Тобой болею в моей душе опять ливни. Раздражительный, резкий, как дитё наивный. Как бог с малом весе, опять депрессии. В моем плейлисте слишком много грустных песен. Готов делить с тобой мой мир, свою подушку. Бонус одеяло плюс мягкую игрушку. Помню те приколы, на губах привкус колы. Холодный нос, поцелую, аромат волос. Твою улыбку, голос, смех, камеди клаб. Вино и шоколад, шампанское и робкий взгляд. Прогулки в 11 домой на маршрутке. Слова целую в телефонной трубке. Когда ты спишь и думаешь, быстрее бы завтра вечер. А время тянется долго, бесконечно. Кто подарил мне два билета в рай, а потом отнял, и почему после апреля май сожжены мосты, я как поэт без крыльев. И этот сладкий сон уже не станет былью. Ты не похожа на актрис из прошлых лент, и наш с тобой реальный фильм для других запрет. Вывеска Зент, но мы были с тобой в раю. Only you, пишу, творю, создаю. Ты моя муза, ты нужна мне.
для воплощения в жизнь моих идей. Ты моя муза, ты мне нужна, и только ты одна. Ты моя муза, ты нужна мне для воплощения в жизнь моих идей. Ты моя муза, ты мне нужна, и только ты одна. Во мраке городского шума впереди азарты. Чтобы вылечить все раны, не хватает ваты. Под шум аллей я утешаю свое сердце, но всегда возвращаюсь в это место. И как ни старался, нет такого шанса. Воспоминания вперед плывут авансом. Веет ветер, удаляя мои раны. Ты далеко от любви, но близко к моей драме. Ревнивица моя, опять погоду грустную. Придешь сюда, снова небо такое тусклое. Запишешь мою тетрадь послание ей. Скажешь, помолчи, не нужно лишних слов. Когда позвал тебя, кто велел прийти на берегу моря, снова писать стихи про себя, рассказать. Просто мне не хочешь выложиться на бумагу, ты мне порочишь. Давай продолжим вместе разбивать углы. Все эти сопли нюни никому не нужны. Давай поднимемся на крышу, только тише. Слышишь, как небо дышит, кто-то свыше передает послание с названием тебе. В нем мои признания, в тихом в шепоте писать трудно, ведь без тебя заметь, когда ты рядом. Моя душа хочет петь. Кто вдохновляет нас, кто нам дарит силы, дает нам стимул жить, дышать, не быть пассивным, когда не гаснет свет. Кому мы пишем письма весьма откровенны, весьма богаты смыслом. Кто вдохновляет нас, кто нам дарит силы, дает нам стимул жить, дышать, не быть пассивным, когда не гаснет свет. Кому мы пишем письма весьма откровенны, весьма богаты смыслом. Ты моя муза, ты нужна мне для воплощения в жизнь моих идей. Ты моя муза, ты мне нужна, и только ты одна. Ты моя муза, ты нужна мне для воплощения в жизнь моих идей. Ты моя муза. Це, я так розумію, ще до сольного проєкту, так? Це ще гуртом. Да, да, це вже сольно. Тобто, ну, ми зробили совместно. Ну, цьому, так. Цьому кліпу, уявіть собі, вже 7, так? 7? Да, да. 7 років. Є, він пішов до школи. Хто буде? Кліп. Йому 7 років. Слухай, ну для 2011 року це було дуже круто. Я пам'ятаю, як я тоді ще школяр, я почув... Кричав. Так, я кричав «Ві!», так, це було, я був французом у 11 класі, я кричав «Ві!». Дуже круто, ну, така робота була зроблена. А хлопець, який з тобою співає, що він, чим він займається зараз? Ну, якщо чимось таким, чого не можна казати, каже, просто співає десь. Ні, він просто працює водителем. Такий, так. І співаєш цю пісню, я тобі кажу. Він просто не хоче тобі телефонувати, але він за тобою сумує. 937-9992. Жди мене, у нас передача. Чи є в тебе плани на майбутнє? Чи можемо ми ще побачити якісь твої роботи найближчим часом? Ну, є, звісно, плани, але хочеться більше по режиссуре, по локациям, более что-то сделать такое, прям как вот сейчас модно делать мини-фильм с какой-то предысторией, там, с финалом, ну, такое вот что-то, конечно. Мы бачили нещодавно роботу ще одної сєвєродонецької команди «Diffusion». Як ти оцінюєш їх творчество? Чи буде в нас колись спільний трек, можливо, з ними? Чи це таке? Молодняк. Ну, ребята тоже делают в своем стиле, они делают более легкую музыку, которая как бы делает фон везде, где бы ты ни находился, то есть либо ты едешь. Ну, больше танцевальная такая. Да, то есть более качающая, более танцевальная, более легкая, где сильно не нужно там задумываться в какой-то смысл. Вот, поэтому мы немножко в разных идем. Ну, тобто ти як Баста, а вони як LJ, ну таке. Ну, типа такого, да, да. Шкерею це і погнав. Слухай, ще до сильного. Якщо пофантазувати, немає в нас зараз ніяких обмежень, фантазуємо. Спільний проект з ким-небудь з відомих реперів.
С кем бы хотел? С Винником. Ну, это, например, конечно, Рем Дига или Баста. Вот, либо и с тем, и с тем. Це моє така, так? Да, это было б круто. Ну, будемо сподіватися, що мої стануть реальністю. Дякую, що долучилися до нашого музичного ефіру. Друзі, я нагадую, з нами в студії був Володимир Суржан, більш відомий як Джаніна.